Согласно поручению заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Республики Казахстан Тамары Дюсеновой, по всему Казахстану проводится единый день приема граждан с участием заместителей акима области, акимов районов и городов. В соответствии с этим заместитель акима города Степногорска Ермек Карагаев провел прием граждан по личным вопросам. Большая часть обращений степногорцев касалась вопросов благоустройства, ремонта дорог внутри микрорайонов, размещения детских площадок, решения проблем затопленных подвалов, также обеспечения жильем отдельных категорий населения. Ермек Карагаев дал исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, а также рекомендации и алгоритмы решения проблем горожан. Отметим, что прием граждан осуществлялся с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и требований карантинных ограничений.